Похоже, что огонь разгорелся в одном из заброшенных сараев. Таких тут несколько. Хоть сами постройки кирпичные, но обрешетки в них деревянные, а крыша покрыта огнеопасным шифером. Многие люди по-прежнему хранят в этих сараях личные вещи. Возможные причины пожара, который, кстати, уже не первый, хорошо известны местным жителям. Там вещи есть, конечно, людей. Слов нет. И вещи есть. Но бомжи там живут. А почему же их не гоняют, участковые и прочее? Ну, это ведь уже это их дело, почему не гоняют. Они знают, что там живут. Этих сараев тут несколько десятков, и они занимают большую часть двора. Нашлись тут и опасные предметы, такие как, например, газовый баллон. В то время как пожарные сбивали пламя в одном месте, огонь медленно, но верно охватывал все новые площади. Сараев тут довольно много, и почти все они находятся под одной крышей, так что огонь может притаиться где угодно, затем разгореться с новой силой. Чтобы этого избежать, спасатели вынуждены скрывать буквально все помещения. Подобные постройки, которым уже более 40 лет, раньше выделялись местным жителям для хранения дров. Теперь же эти сараи скорее проблема, чем жизненная необходимость, тем более, если там будут селиться бездомные. Искандер Тулбаев, Сергей Ткаленко, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.